Всех приветствую на нашем канале. Сегодня тема опять про Ранамиган 2. И сегодня будем менять крепление глушителя задней части. Крепление оборвалось, когда мы ездили на Камское море на лежачем полицейском. Там пришлось все завязать веревкой. В дальнейшем веревка порвалась. Сейчас покажу вам, как это выглядит. С тех пор, как оборвал, я его подвесил вот таким образом. Вот можно видеть. Вот так он у меня висит в данный момент. Как бы так показать. Вот смотрите, вот так он и висит. А обрыв произошел вот здесь. Вот эта резинка. То есть он вот в данный момент висит вот сейчас вот так. Крепится он на болты. Два болта здесь получается у нас. И два болта. Так, не два, а один болт вот этот вот. Вот болт. Сейчас покажу, новый я купил, заказал. Вот такое крепление. Получается, два болта вот здесь и один болт вот этот вот. Таким образом он будет стоять. Цены космос, конечно. Такая модель. Трансмастер универсал. Изготовлена в Индии. За вот это крепление я отдал 700 рублей. Вот такие цены. Все, будем откручивать, ставить. Кстати, вот тут такие веревочки. Сейчас посмотрим, есть они на старом или нет. Но так я не понял, для чего они, что они держат. При обрыве, по-моему, они даже не держат там ничего. Сейчас снимем, посмотрим. Все, крепление снял. Эти два болта у нас на 10. И этот верхний болт, который был, он на 13. Смотрите, вот так вот крепление получается было. Так, это верхняя часть. Это вот так крепилось. Ну, вот эти резинки порвались, получается, на двух резиночках. И веревка ничего не держала. Я так понимаю, что при обрыве этих резинок, вот смотрите, при обрыве резинок веревка должна какое-то время еще удерживать от дальнейшего падения. Ну или вообще от падения глушителя. Но в моем случае веревки сразу порвались. Хотя может случиться с каждым. Смотрите, вот это оригинал, да, который стоял. А это вот то, что купил. И знаете что? Отверстие не подходит. Либо нижний закручиваю, верхний подходит, либо верхний закручиваю, нижний не подходит. Что делать? Сейчас будем высверливать. Вот даже если перевернуть, вот так отверстие не подходит. Либо одно сюда накладывается, либо одно сюда накладывается. Все, отверстие готово. Можно посмотреть. Будем ставить. Крепление установлено. Так вот. Глушитель уже не болтается. Все стоит крепко. Пускай служит. Все, ребят, крепление поменял. Вы можете посмотреть другие мои видео про Ранамиган 2 Универсал. Они находятся вот в этом плейлисте. А также не забываем нажимать вот на эту кнопку. Все, всем доброго дня.